Привет, вы на канале Ghost Gun, это Skyrim Anniversary Edition, мы продолжаем ее проходить. Прошлая серия мы, сейчас покажу. Забрали вот такой вот превосходный меч. Да почему-то взять я его не могу, а вот могу. Вот такой вот. Клык рассвета, че закат, так он называется. В общем, все. Ну, еще, это было уже позапрошлой серии, когда мы спасли Эсборна. Вот, это, кстати, мои две нимфы и кролик у меня. Кстати, злокрыса я так того и не забрал с той норы, но я это обязательно сделаю. Что это? Это не то, что нехорошо, это пиздец. Это дракон. В принципе, он сел так нормально. Сейчас мы его дамажим. И красиво. В принципе, дракон-то не прям страшный. Правда, ничего не видно, но ладно. Да-да. Кстати, вот мой дом, если кто не видел. Мою серию с тем, как я убивал ту воительницу, дом забрал себе. Дом, кстати, вообще охеренный. Кстати, я еще инвентарь почистил не на записи. Как вы видите, мне тут... Уже, правда, я половину забил уже, ну ладно. Погнали, короче, к этому. Как его? В Ривервуд. Скажем, что спасли Эсборна и отправимся к стене Алдуина. Да, кстати, в этой серии мы отправимся на стену Алдуина. Короче, я попутал вначале все и жопа, короче, все. Ну да ладно. Погнали. Ну, график вообще офигенный. Вот сколько... Говорил, буду говорить, графика охеренная. Хотя только поставил начальные настройки. Средние настройки. Оно просто такую графику выдает. Тебе что-нибудь нужно? Ну-ка, что вы базарьте. Я попрыгаю тут чутка. Дельфина, я рад тебя видеть. Ну да, вынес я здесь половину. Да верно, ну ладно. Душа дракона, я ж могу теперь клик... Даже две? Ни хера. Откуда? У меня две души дракона. Странно. Идем, я знаю, где мы сможем поговорить. Орнер, последи за залом, пожалуйста. Печалька. Ну, мне что-то еще, как сказать, болит плечо. Не обижайся, но выглядишь ты паршиво. Не болеешь? Ты чё, петушара, вообще попутал что-то? И вроде бы, иди нахер. Ты меня бесишь. Мы были когда-то с тобой напарниками в начальных сериях, но... Ты мразь. Галимая. Я тебя ненавижу. Пусто. Ладно. Пам-парам-папам. А тут у нас что? Карта драконьих захоронений. Прикольно. Получается, здесь, ага. Там тоже площадь, да? В принципе, полезная карта. Если бы я хотел убивать дракона, то я их не хочу убивать. Это там что-то разговаривает сам с собой. Кого? Где-то у меня здесь... Что, Секундочку. Одну минуту. Вот. Теперь мужик лапает себе, ты что, гонишь? Из жопы книгу достал. Аналы драконьей стражи. Из анала себе своего, да, достал? Пиздец. Что хоть за книжка? Кому интересно, можете почитать. Ебать, она длинная. Да ладно. Стоит, кстати, дорого. Вообще не ебу. Анала драконьей стражи, прикинь, из анала своего вытащил. Это пиздец. Из жопы достал книгу «Аналы драконьей стражи». Ты шо, гонишь? Защита от векового забвения. Пиздец. Да-да. Ну что, мы уходим?
пошли, шо. К чему ты клонишь? Да пошлите уже, ну, блядь, с вами базарить. Не, я не знаю, снял Дуина. 9 лет почти в эту игру играю, не знаю. Ты тут новичок, так что на первый шо, раз идем? Прощаем. Но лучше не зли. Погнали. Правда, надо сейчас будет маркард. С маркарта будет удобней. Заодно сейчас конюшни. Ого, это что за... Знаешь, что битва — это благословение. Знаешь, что смерть — это вероятность. Слова Боэти. Так... Слышишь, нихера себе клинок. Я хочу себе такой клинок. Очень сильно. Подвести. Моя новая стача — заплатить этот клинок. Потому что я, ну, он красивый. Ну, по крайней мере, его, это, обертка, так сказать. Мне похер, ты его построил, он ужасный, он стрёмный весь. Вот там зато там дома каменные, весь у нас камни, поэтому дракон его не сожжет. В этом весь плюс. А так город говно. И люди там говно. Вообще-то не город, а параша, все. Ладно, я пойду пешком, не буду своего коня напрягать. Мне вообще просто, что я не хочу, чтобы он сдох по пути. Потому что там сейчас изгоя будет, вся херня. Не надо. Мне еще мой конь дорог. Тем более, что он мне на халяву достался. Все-таки жалко будет потерять такого коня. А косарь платит за коня, в пизду. И карты — это потом телепортироваться, искать еще коней диких, ну его нахер. Потом их ловить. А я так просто силу всю коня получил. Братьев Бури. Я, правда, не помню, какой это серии было, но вроде в 7-й где-то. Когда мы были в прошлый раз на территории Маркарта. Когда мы убивали святых. Ну да, где-то 7-я, 8-я серия. Или не, когда мы... А, нет, это да, где-то в этом было. В принципе, где-то так. Да, броня, конечно, офигенно, но я бы уже был бы не проще ее поменять, потому что меня задолбало уже. Хотя она эффективна. Шо это, кто это? А, это аликарские. А куда нам идти? Ну, в принципе, похер, куда идти. Самое главное, на гору подняться. Идите вы нахер со своим скверно. Нормально я вылежу. Придурки. Кончен, еще обзываются. И ты тоже, тварь. А что это за пещера, надо изучить. Не вздыхай так, нам еще идти далеко. Озерный утес. Неплохо. Но нам все равно надо сейчас будет туда, вот, на эту гору подняться. Это ж лягушки. Чих тут, а птицы так. Тиф-тиф-тиф-тиф делают. Как здесь подняться? А, в принципе, легко. Сохраняемся. Тихо, погоди. Да еще и дракон, офигеть. Да, без дракона боя это сложно сделать, убить дракона, но я попытаюсь. И типа это не сложно, но просто прикол весь в том, что... Ну, как сказать правильно? Его сложно посадить очень. А хотя я не буду убивать дракона нахер. Сейчас полчаса с ними драться, со всеми нет. Сейчас мы просто зачистим эту всю фигню и все. Ага, говна! Ага, конечно. Так, яды, всякая фигня. Иди нахер. Вересковое сердце изгуй. Неплохо. Вот, кстати, штучки всякие прикольные мне надо. Блять, я... Бесит меня очень сильно, ну ладно. Рядом тарелку выкинем. Тут сундук, вроде, да, вон сундук.
Бабки, сколько, кстати, уже заработал? 335 золотых. Неплохо. Так, по идее, вроде для ШСГОев нету, поэтому можно оружие убрать. Выглядит многообещающе. Не по факту, что скажешь. Так. Насколько я помню, то надо вот так делать. Пошлите. Пиздите по полчаса. Так, теперь надо по сердечкам ходить, насколько я помню. Тихо, блядь. Все. Пошли. Конечно, мы рядом уже со входом. Вон оно. Лицо. Я помню, когда первый раз проходил Skyrim, я вот эту херню обосрался капец как. Я боялся заходить вовнутрь. Наверное, страшная херня. Тупо Hitman, либо 2.0. Skyrimский Hitman. Вон жижа. Ну, сука. Страшный, блядь. Когда-то был, но уже нет. Что здесь у нас? Эльфийский боевой молот заберу. Я, в принципе, я все заберу. Ай. Я думал, конечно, получше будет лут, но ладно. Сейчас мы там раз. Металлическую перчаточку сейчас чикс. Кровь пойдет красиво. Да. Не оживай, пожалуйста. Храм небесной гавани. Охереть, часть войти первым сюда. Погнали. А что по яркости вообще? Я ж вроде бы на полную выкручивал. Ну да. Что за херня? Темно капец как. Так, тут у нас что? Тут у нас с... броня, которая у меня уже есть. Бич драконов, я брать не буду его. Этикета была выбрать, что только. Сундучок. И чисто золото, так он там, по мелочам. А что только что взял, блядь, что нет? Альцгеймер начинается. Мечи клинков. Прочая херня. Так, смотри. А, что ты? Прокачивать надо же. Запас сил. Одноручку сейчас прокачаем, погоди. Где? Ага, вот. Сильная рука. Ну да, в принципе, одноручку прокачать лучше всего. Вот этот, чтобы больше урона было. Я так понимаю, ждать их бесполезно. Бесполезно, да. А что мне сохранится? Великолепно. Тут людей-то уже, наверное, не бывало сколько. Да хера. Вон дельфина сразу пошла. Будет. Вы тут базу устроите, будете жить. Но я с вами жить не буду, потому что я не собираюсь Партурнакса убивать. Потому что это херня все. Партурнакс должен жить. Я считаю. Хотя первый раз я его убивал в прохождениях. Чисто чтобы посмотреть, что будет дальше. Там особо ничего интересного. Однообразные тупые задания. Еще и компаньонов несколько теряешь. Не становятся этими, как его, клинками. Херня это все. Вот она, стена Алдуина.
Великая и прекрасная. Хотя она ни хера не великая. Не, может, ну, по лору она великая. Ни хера она не прекрасная. Понятно. А вот люди восстали против своих хозяев драконов. Легендарная война драконов. Центральный сюжет стены. Тоже охеревшая, да? Что он несет? Это ж пиздец. Тоже, да? Такая же. А что у нас там? Там же сундуки, кстати. Они пока допиздятся, я уже просто сундуки все полутаю. Потому что мне неинтересно слушать однообразные их разговоры. Так, ага. Так, здесь у нас что? Золото, это хорошо. Всякий хлам. Только мне интересно, что здесь детские туники делают. Если здесь, по идее, детей, ну, не должно быть. И не было. Откуда здесь детские туники? Или они как носки их использовали, эти детские туники? Хотя, на скрине, по идее, нет тут носков. Типа, эти, тряпки обматывали вокруг ног. То есть они победили Алдуина при помощи Квика? Бред какой-то, точно? Ладно. Тебе доводилось слышать про такие вещи? Ты вообще в ахуе. Про крик, которым можно сбить дракона с неба. Я боялась. Думаю, тут я не хотела к ним обращаться. Но у нас не... Да, мы осмотрим. Да хранит тебя Талос. Короче, все, шо. Буду я там серию заканчивать. И... В следующей серии уже пойдем в Портурнаксу, будем этот крик уже изучать, всякую херню делать. Надо выйти на улицу и закончить серию. Короче, на этом серия заканчивается. Всем спасибо за просмотр. Надеюсь, вам понравилось. Всем спасибо. Всем пока.